В администрации округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители структуры отчитались перед главой Люберец Владимиром Ружицким о проделанной работе. На встрече побывала наша съемочная группа. В 2021 году в многоквартирных домах планируют отремонтировать 230 подъездов. Из них в 47 на прошедшей неделе уже завершили работы. Капитальный ремонт 115 жилых зданий проведут в этом году. На сегодняшний день в 20 МКД выполнены полностью, в работе 20 МКД. Также вопрос под контролем, и у нас основные работы выполняет управляющая компания ЛГЖТ. Она является основным подрядчиком при выполнении капитальных ремонтов по всему городскому округу Люберцы в каждом МКД. Особое внимание на совещании уделили эпидемиологической обстановке в округе. В Московской области усилен контроль за масочным режимом. Санитарные нормы необходимо соблюдать во всех общественных местах. В округе продолжают работать прививочные пункты. В городском округе Люберцы проводится массовая вакцинация во всех поликлиниках, в стационарных пунктах, которые открыты на базе торговых центров, которые открыты на базе МФЦ, клуба активного долголетия, а также дополнительно два пункта открыты в стационарных лечебных учреждениях. Руководителям организации запрещено допускать на работу сотрудников без средств индивидуальной защиты. Усилен контроль в местах массового скопления людей. Все культурно-спортивные мероприятия в городском округе проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.